и темы, мой собеседник, доцент кафедры организации и анализа предпринимательских процессов БНТУ Арий Анатольевич Лостовенко. Здравствуйте. Итак, мы сегодня поговорим о весьма интересной и такой весьма интересной и популярной, я бы сказал, теме. Это Форекс. Что это такое, что он себя представляет? Как раз вот Арий Анатольевич, он имеет непосредственный опыт, он когда-то работал, вот, на бирже торговал, и он может рассказать много чего интересного и из теории, и из практики. Вот. Ну и по мере того, как мы будем продвигаться по тем вопросам, ну, мы будем рассматривать эту тему. Итак, мы начнем популярно о рынке Форекс. Первый вопрос, наверное, будет все-таки, чем отличается рынок Форекс от рынков товаров и ценных бумаг? Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно все-таки представлять, какие бывают рынки, на каких рынках производится купля-продажа различных товаров. Значит, в мире установлено уже два основных главных рынков. Это рынок, биржевой рынок, или его называют централизованный, и внебиржевой рынок, или его еще называют децентрализованный. Значит, чем отличаются вот эти рынки? Во-первых, биржевые рынки – это рынки, которые имеют конкретное место для совершения сделок. Это все товарные биржи, это валютные биржи, в которых производится операция, они имеют конкретное место. Например, если мы говорим, вот лондонская биржа, она имеет свое местонахождение Лондон, имеет улицы, где находится дом, в котором расположена эта биржа. И так другие. Если мы говорим о внебиржевых рынках, то у них нет конкретного места для совершения сделок. Ну вот, например, покупатель-продавец собрались в бане, обговорили все, попарились и совершили сделку. Это не биржевой рынок. Да, они могли встретиться где? В ресторане, машине, да даже в подъезде. Совершили сделку, это вот считается не биржевой рынок. То есть элемент, у него нет конкретного места. Если мы говорим о биржевом рынке, то на биржевом рынке продавцы и покупатели подчиняются заданным биржевым правилам. То есть биржа формирует какие-то правила на основании законодательства государственного и своих личных там, своих целей. Они формируют правила, и эти правилам должны подчиняться все покупатели и продавцы. На внебиржевом рынке покупатели, продавцы, у них правил нет. Все правила прописаны в контракте. Существенное различие, различий-то много есть, но те различия, которые определяют внебиржевой и биржевой рынок. Значит, если мы говорим о биржевом рынке, что сведения о сделках вот на биржевом рынке, они для всех участников рынка одинаковы. То есть картинка текущего состояния рынка, котировки, они для всех одинаковые. Если, например, вы обращаетесь к какому-то брокеру и смотрите, что у одного брокера одна картинка, другая, значит, можно говорить о том, что в биржевом рынке что-то неправильно, то есть что-то здесь неверно. Если же мы говорим о сведениях, которые предоставляет не биржевой рынок, то там картинка будет совершенно разной, потому что сделки совершаются индивидуально, информация проходит не очень быстро и не всегда достоверная, поэтому у каждого участника внебиржевого рынка может быть различная картинка существующего состояния рынка, так можно сказать.
Этим объясняется, почему на сайтах этих разных, да, и, разная совершенно информация. И поэтому да, по небиржевому рынку на различных сайтах может быть различная информация. Это нормальный закономерный процесс. И еще что я мог бы отметить, разделение. Значит, в биржевых рынках всегда ведутся совершающиеся сделки. Все документируется, поэтому можно всегда определить или восстановить историю. На внебиржевых рынках учет очень затруднен, и поэтому здесь очень трудно. Поэтому вот здесь, если мы говорим о этих двух рынках, то Форекс является именно внебиржевым рынком. Хотя существуют валютные биржи, это уже тоже там происходит, на Форексе происходят сделки с валютой, и на биржевых на валютных биржах происходят тоже биржевые сделки с валютой. Но Форекс – это место для обменных валютных операций. И биржа валютная – тоже место для обменных операций. Только если на валютной бирже это место мы знаем, там все конкретизировано, то на Форексе это не конкретно. И вот поэтому следовало бы рассказать более подробно о самой структуре Форекса. Ну да. Ну вот здесь я представил картинку. Значит, существует, так сказать, основа Форекса, то есть где, на которой, на этой основном в основе этого Форекса работают самые крупные игроки. Это в основном банки. Значит, банки производят операции очень с большими суммами. Маленькая сумма для этих операций, 10 миллионов долларов, для них это небольшая сумма. Поэтому на этой площадке работают большие крупные игроки, маркетмейкеры, ну и, может быть, такие вот, как Джордж Сорос, который оперирует большими объемами валюты, поэтому вот существует такая структура. А у них какой-то выход особый туда идет? Они имеют доступ через какие-то там терминалы? Как? Дело в том, что эта структура работает таким образом. У каждого есть своя связь. Например, банк имеет связи с многими другими банками. И они созваниваются. Сейчас это делается через интернет. Раньше это делали по телефону, по телеграфу. И договариваются о сделках. Договариваются о курсе обменном. Просто сумма такая громадная. Для индивидуума обычного она неподъемная. Она неподъемная совершенно. А поэтому для банка она подъемная получается. Вот я был в дилинговом центре одного нашего банка белорусского, а там у них специальный отдел, который занимается торговлей. Так, Владимир, да, о крупных банках есть определенные. Я, правда, вот не спросил, они напрямую играют там, либо они там через кого-то. Первоначально вот структура всего Форекса именно начиналась отсюда. То есть мелкий игрок туда никак не мог попасть. Потому что это... Белорусский банк может вполне вот так небольшой банк играть. Нет, я несколько хочу сказать, что здесь в основе работают крупные банки мировые. А уже более мелкие банки являются уже как бы они клиентами вот этих крупных банков. Эти крупные банки уже являются как бы брокерами для более мелких. Я вот немножко чуть... Да, да, да. Поэтому это вот основа Форекса. И на сделки производятся лотами на Форексе. Как и... Лот представляет собой 100 тысяч единиц валюты. Ну, если, например, мы говорим о долларе, значит, один лот – это 100 тысяч долларов. Ну, везде в Форексе присутствует. Значит, как правило, вот эти основные игроки на Форексе являются брокерами для более мелких. Значит, более мелкие банки, которым нужны
покупать-продавать валюту, они заключают договор. И если мы посмотрим более дальше структуру, получается, вот существует вот этот самый основной костяк Форекса, а потом есть клиенты, которые обслуживаются брокерские, у брокера основного. Каждый из этих возможных клиентов может тоже стать брокером. И набирает своих клиентов, но более с мелкими заявками. Потом и так дальше. Цепочечка продолжается и идет дальше, дальше, дальше. И доходит до того, что доходит до обычного пользователя, трейдера, который трейдер – это Вася Пупкин, у которого есть компьютер, да, который, да, и хочет заработать 100 долларов туда вложить и тысячу. И здесь ситуация вот какая развивается, что на каждом уровне все меньше денег вращается, и поэтому становится трудно переводить эти деньги на реальный рынок, где совершаются сделки. Поэтому где-то в 1986 году было предложено такое самое маржинальная торговля на Форексе. То есть торговля без поставки. То есть заключаются сделки, но они не предполагают, что будет покупаться или продаваться валюта. Поэтому вот этот вот маржинальная или непоставочная возможность совершать сделки сделала вообще-то, можно сказать, революция. Этот рынок стал очень сильно развиваться. А вот смотри, вот 100 тысяч долларов лот, его производит, его им оперирует непосредственно брокер, скажем так, первого уровня, да? Всех уровней. Всех уровней? Всех уровней оперирует лотом, 100 тысяч. Пупкин, но другое дело, что для Пупкина делается, например, допускается, что он может работать с лотами 0,1, 1,1, 1/100 лота. А почему это возможно? А именно потому, что возможно, потому что в этом сегменте уже работают непоставочные сделки, непоставочные сделки с валютой. Если идет у нас лот 100 тысяч, да, тогда каким образом Вася Пупкин может на него влиять? А дело в том, что Вася Пупкин берет, брокер ему дает плечо. Правильно. То есть у него есть 1000 долларов, а ему нужно сделку, например, совершить 1/10 лота. Значит, ему нужно 10 тысяч. Чтобы сделать сделку. Поэтому у него есть только 1000, и на 9000 ему брокер дает взаймы. И совершается вот сделка. Если, например, нужно больше, значит, брокер дает больше. Но без плеча может он торговать? Ну, в этом Пупкин уже не сможет торговать без плеча. Потому что многие открывают счеты там на 200 долларов. Ну да. Это просто невозможно без плеча работать. А там нужно уже работать, может, плечо даже 500. Про плечи мы позже или сейчас можно про них поговорить? Что это такое? Ну, может, чуть-чуть позже мы поговорим. Я просто хочу сказать, что вот существует структура, где от центральной части Форекса происходят сделки реальные, а потом этих сделок нет. И вот когда идет непоставочные сделки, то в этом случае вообще, ну, это можно сказать, что это пари. Потому что вот эти сделки совершенно не влияют на сам рынок. Вот об этом я и говорю, что сделки нижнего уровня, они не влияют. Они не влияют, и, в принципе, это уже
вот это почва для многих нехороших действий со стороны брокера. То есть брокера любого уровня, либо самого верхнего? В принципе, вот этими, как это говорится, внутренний клиринг, когда брокер не выпускает сделку на более высокий уровень, с которым он работает, то сделки завершаются у него внутри, внутри брокера. И поэтому он не оказывает никакого влияния своими действиями на рынок. Но этот рынок, вот Форекс, очень емкий, он очень большой. Вот есть данные, что ежегодный оборот, ежедневный оборот где-то 4, 5, даже 6 триллионов долларов в день. Ну, многие не представляют, что это за сумма триллион. Трудно представить. Но многие представляют, что такое $1000. Ну, да. Ну, каждый, многие хотели бы иметь зарплату $1000, можно жить в месяц. Ну, да. 10 купюрочек. Да, 10 купюрочек, ну, это представление. Да. Так вот, представим, вот кто-то зарабатывает $1000 в секунду. Представляешь? Каждую секундочку $1000. Кто-то теряет их, наверное? Нет. Нет, мы представим, что зарабатывает. Каким-то образом зарабатывает. Значит, за час может заработать сколько? 3 600 000. Угу. Вот за год может заработать 1 000 000 000. А чтобы заработать триллион, нужно 1000 лет. То есть зарабатывать каждую секунду безостановочно по $1000. Ну, значит, он будет зарабатывать. Не есть ничего, не тратит ничего. И только через 1000 лет он заработает триллион. Вот какая огромная сумма. Хоть какое-то представление. Поэтому, а здесь ежедневно 5-6 триллионов. Ну, разные сведения. То есть такой огромный оборот. Поэтому соблазн здесь работать и заработать очень большой. И вот если представить себе, то многие организации, которые предоставляют услугу по Форекс, работают по типу кухни. Это о чем они говорят? Значит, заключается договор с брокером. Брокер отправляет вас на офшор. И в офшоре он видит, если вы там все, что вы проигрываете, он замыкает на себя, внутри себя все сделки происходят. Он дает только картинку. И на этих сделках он зарабатывает. Если у него, например, кухня нормальная, она хорошо работает, значит, она затем, если у нее не получается, значит, она выдает эту сделку дальше. Потому что он является сам, этот брокер является трейдером какого-то другого, более высокого брокера. Вот, поэтому система вот этих, она везде так работает. И очень удобно. И нужно быть просто глупым человеком, чтобы воспользоваться этим моментом. Глупым с точки зрения брокера? Да, с точки зрения брокера. Потому что... Глупый с точки зрения трейдера, но клиента его, может быть, и глупый. Нет. Но если говорить вот о статистике, вот что мы... Вот принцип работы кухни. Если мы говорим, что какой-то трейдер набирает начальный капитал у своих трейдеров, брокер набирает... Статистика говорит, что 95% всех начинающих трейдеров проигрывает. Поэтому, если они проигрывают, то зачем выводить их сделки на более высокий уровень,
зная, что они проиграют. Значит, если сделать внутренний зачет, то они проиграют, и этот проигрыш останется вот этому трейдеру. А играют они против этого трейдера, либо против трейдеров более высокого уровня, или против вообще всей системы? Они играют, ну, они не знают, о чем они играют, потому что картинка, которая происходит на бирже, предоставляется брокерам. Она действительно, она существует такая, эта картинка. Но из-за того, что они делают неправильные движения, они проигрывают. Они бы проиграли у него и где угодно проиграли. Он показывает картинку реальную? Реальную картинку показывает. И что происходит? Что одни трейдеры проигрывают, одни сливают полностью свой капитал и уходят, другие что-то остается. Есть, которые что-то выигрывают. Значит, тот выигрыш, который получился, значит, брокеру тогда в этой кухне нужно поделиться. Но если какой-то трейдер начинает слишком много зарабатывать, то у брокера не остается выигрыш. И если эта кухня не хорошая, то она начинает ставить подножки. То есть она делает всякие манипуляции, а их очень много, которые заставляют трейдера проигрывать. То есть брокер, нечестно поступая, заставляет трейдера проигрывать. Например, какие манипуляции? Ну, например, он может расширить спреды между ценой покупки и продажи. Он может сказать, что, например, ну вот не прошла ваша сделка, потому что там где-то были на линии сбои какие-то. Ну, возможностей очень много. Поэтому вот такие вот организации плохо работают. Значит, если вот, можно сказать, даже вот Альпари, известная фирма, она же начинала тоже такой же кухней. А сейчас они развились, они уже понимают, им нужно, у них другие интересы, не заработать, а удержаться и развиваться. Поэтому они уже вышли из состояния кухни и работают более-менее честно. Но хотя вот этот элемент вот кухонный, он существует, но они не режут уже тех трейдеров, которые все-таки зарабатывают. Значит, они просто передают вот их сделки уже включает более высокий уровень, на более высокий уровень трейдера. А простой, вот, скажем так, опять же, Вася Пушкин может стать трейдером более там, представительного какого-то брокера? Ну, в принципе... Они не будут с ним работать, в принципе. Нет, в принципе, возможно. Дело в том, что тут нужно разбираться, а с каким брокером работать. Нужно работать с брокером, где есть какая-то регуляция. Регуляция со стороны государства? Да, со стороны регуляторов государства. Ну, сейчас, если смотреть, то наибольшая регуляция – это в Соединенных Штатах. Там есть структуры, которые... отслеживают. Если говорим в России, так в России первый закон о Форексе был принят в 2014 году. А в Беларуси? А в Беларуси вот только 7 марта вот, вышел закон, указ об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс. То есть, чем... слабее регулирование, тем больше возможностей различных манипуляций на этом рынке. И то, что многие, и можно сказать, даже все структуры, которые предоставляют Форекс-услуги, они в какой-то мере работают, клирингуя сделки внутри себя. То есть это работа как кухня. Другое дело, что... есть структуры, которые
продвигают все-таки сделки на более высокий уровень, а есть, которые не в состоянии это сделать, потому что они мелкие, поэтому они начинают манипуляции со своими трейдерами. Они начинают их обманывать. И такого, таких работ очень много. В основном все мелкие компании, они работают через офшорные структуры. Вот если хочется работать на рынке Форекса, то необходимо очень хорошо изучить документы, которые... А почему именно через офшор? В рамках там национального законодательства не могут в стране какую-то работать? Дело в том, что если взять Беларусь или Россию недавнюю, то там вообще не было никакого законодательства. Ну нет, а сейчас ведь уже можно... Но и это законодательство, ну, да. Вот Аль-Пари начинает таким образом работать. Они везде афишируют, что они вот работают честно. Крупные компании, а мелкие, они не в состоянии это сделать. И даже можно, вот посмотрели бы, взять Финам. Финам предоставляет услуги. Но вы сам читали оферту? Оферта, если посмотреть, она на 130 листах написана. И в начале самой оферты, что они заключают договор, трейдер заключает договор с офшорной компанией, которая находится на Кипре. Потом деньги нужно перевести в банк, который находится где-то там в Армении. Все обслуживание и представители брокера находятся в Москве. Вот что это такое. Да, здесь концов не найдешь. И поэтому для того, чтобы какие-то вопросы решаться в судебном порядке, нужно судиться на Кипре. Это нужно знать и язык, и много-много всего. Поэтому вот таких компаний очень много. То есть для того, чтобы, условно говоря, для того, чтобы выбирать себе брокера, необходимо смотреть, где будешь судиться, что называется, да? Ну, потому что всегда будет возникать вот в таких вот офшорных структурах, которые предоставляет Форекс, там всегда будут проблемы какие-то возникать. И здесь можно даже так сказать, если ты пошел туда работать, то считай, что ты это деньги, ты их потом не вернешь. Если бы пошел работать в качестве... Да, если это трейдера, да, деньги уже не вернешь. Тебе будет все время говорить о том, что это хорошо, что это давай еще немножко денег, вот немножко начнешь работать, и все будет хорошо. Поэтому для таких вот структур очень важно это реклама и привлечение новых трейдеров. Если вот заметил, вот мне постоянно звонят и спрашивают, давай, когда ты начнешь работать? Не заметил, мне не звонил. Ну, мне вот уже было... А кто звонит вообще? Просто какие-то анонимные звонки или знакомые? Нет, они каким-то образом определяют, что я интересуюсь этим делом, и начинают звонить. Звонят отсюда из Беларуси? Или... Из России. Последний разговор был, так я с ними поругался. Он так, это, ну, так навязчиво, и потом, когда позвонить? Через неделю, хорошо, через неделю. И вот мне было звонить несколько недель подряд, мне это вот были такие звонки. Давай, заключай. А потом я говорю, что, ну, вы же не совсем честно будете работать. Так обиделись, и мы с ним поругались даже. Не, ну, вообще не надо разговаривать. В настоящее время Форекс стал уже как-то плохо восприниматься обществом. Поэтому заметил, наверное, что реклама идет, и уже про Форекс никто не говорит. Да. Рекламируют самих персон. Говорят, да, персон, да, вот там работает. Может, поэтому они на слуху.
они где-то стараются. Но дело в том, что, как правило, кто рекламирует вот эти вот Форекс? Это, как правило, неудачники, которые прогорели. Ну, сами же там они же сами там не работают. Вот эти лица, которые на плакатах Сальпари, я так понимаю, они продают консультации. Как правило, многие, которые пролетели, и надо что каким-то образом вернуть себе деньги. Ну, им предложили, давай. Ну, они что-то уже разбираются, как-то уже понимают этот рынок и предлагают, давай будешь привлекать людей, будешь получать какой-то самый процент. И вот они начинают работать. Понимаете, многие говорят, вот я вот заработал там столько-столько. Если мы спросим у Сороса, он где-нибудь рекламировал, как он зарабатывает свои деньги? Он тихонечко берет и зарабатывает. Если у тебя есть какая-то методика, ну неужели ты будешь всем рассказывать, как ты это зарабатываешь? Конечно, никто не будет рассказывать. Нет, типа, будешь зарабатывать, пока зарабатывается. А потом, когда перестает она работать, ну, можно пойти рассказать, пожалуйста. Ну, это логика человека. Вот эти, которые привлекают, их не получается. Я просто раньше думал, что они больше зарабатывают тренингами какими-то вот этими для новоначинающих. Но основная цель, получается, у них привлечь этих людей. Им нужно привлечь вот это пушечное мясо. Угу. То есть у них не основной упор не на том, чтобы получить деньги с тренингов, а привлечь. Угу. Потому что статистика говорит, 95, даже 98, многие говорят, проигрывают. Они проигрывают в пух и прах. То есть вся идея заключается в том, привлечь как можно больше людей с любыми деньгами. Все равно не проиграют. Потом они проиграют и... Если это будет внутренний клиринг у брокера, то он всегда заработает. Брокер заработает не на комиссии, а на том, что проиграет кто-то. Получается, его трейдер, то есть клиент, который пришел туда, Вася Пупкин, пришел поторговать вот, в надежде. Ну, а Вася Пупкин, представим, что он умный очень. Интуитивно там соображает, все хорошо разбирается, предвидит эти все... ходы, как там пойдут, он начнет выигрывать, но они ему не дадут выигрывать. Но если он будет немножко выигрывать в каких-то пределах, ну, ему дадут выигрывать. Почему? Не, ну, как в казино, чтобы чуть-чуть... Да. Но когда он начнет очень много выигрывать, тогда становится для многих брокеров невыгодно. Ему нужно что-то сделать так, чтобы он начал проигрывать. Возможности очень много, чтобы подставить подножку, и ничем никак не докажешь. Если у нас честные конторы, которые позволяют... Но многие сейчас начинают, крупные, начинают думать о том, что нужно все-таки жить и дальше. Поэтому, Ну а реально, вот есть они такие? Вот человек захочет пойти... Ну, в Беларуси я не знаю таких. В России, ну, я уже думал, это самое, Финам, это же такая солидная организация. И все равно она когда почитаешь вот это самое, документы, по которым будет работать, это, обычно это общественная оферта. Получается, что Мавродис в своем МММ честнее. Он говорит, что вы тут все можете потерять. Ну, может быть даже. Или даже не такой же и плохой по сравнению с другими. 100% там у него, по-моему, сейчас 100% в месяц он дает. Вот, он, правда, постоянно обнуляет это. Но он говорит, да, это лохотрон. Вы можете все потерять, все это вы делаете, все страны. Ну, понимаете, надо всегда читать вот те документы, по которым будет работать. Обычно это вот общественная оферта. Я вот могу сказать, вот давал это самое которая... МТ-банк, я взял это, прочитал общественную оферту. Вот в Беларуси МТБ-банк. Да. Значит, что, во-первых, что белорусское законодательство... Вот есть закон или указ о Форексе, то он гласит, что
Белоруссии можно заниматься беспоставочными биржевыми финансовыми инструментами. Вот прямо так написано в этом самом выдержке из указа. То есть беспоставочный. То есть это можно сказать, что в принципе это тот же тотализатор и букмекерская контора, где заключается пари, будет валюта, курс расти или падать. Потому что беспоставочное предполагает то, что ты покупаешь, входишь в это самое, в рынок, покупаешь и продаешь валюту, но валюты-то на самом деле нет. И потом должен обратно, как в какой-то момент, совершить обратную сделку. То есть валюты нет на самом деле. Никаких операций с валютой не производится. Это обычный тотализатор. И вот на основании вот этого работает брокер на МТ-банке. Там у него прописано, если посмотреть, вот у него есть публичная оферта, я несколько посмотрел, знаете, тут можно было бы какие-то отдельные моменты выделить. Я хотел, если конкретно говорить, ну, что тут можно... Вот что меня поразило. Вот банк имеет право отказаться от выполнения любых распоряжений клиента. Прямо там написано. А о чем это говорит? Это что он вообще может ничего не делать. И потом, если посмотреть, у него там еще 11 подобных пунктов. Вот. То есть я стал его клиентом, я вот смотрю, о, сейчас я все. И он когда хочет, да. Анализировал его, сейчас я куш сорву, а не... Да. Вот смотрите, мы ничего... Вот он согласно этой оферте. Притом, оферту это он может переделать в одностороннем порядке в любой момент. На основании вот этого пункта или чего-то? Нет, да, там есть пункт, сейчас я посмотрю, вот, так. Вот, банк вправе в одностороннем порядке изменить условия настоящего соглашения. То есть его клиенты уведомляют, но за 5 дней, или там за сколько там, не знаю. И что, хочешь, не хочешь, если тебе не нравится, расторгай договор. Ну? Поэтому, если почитаешь вот эти оферты, я уже нескольких читал, не одну. Я вижу, что трейдеру очень-очень трудно здесь. Ну, трейдер трейдер – это клиент. Это клиентка, это тот вот любой Пупкин, который хочет играть на… То есть подведем итог некий такой промежуточный, ну или не промежуточный. То, что мы начинали, сам пункт у нас здесь был четвертый, это Форекс лохотрон, как на нем можно зарабатывать. То есть зарабатывать на нем нельзя. Можно потерять. То есть потерять вероятность очень большая. 95%. Очень большая. Ну, да, то есть зарабатывать, ну, можно к чему-то научиться, а потом нужно искать брокера. Искать нормального брокера. Ну, нормального найти. Они теоретически существуют. Они теоретически существуют. Есть. Вопрос, где его найти? Где его найти, я даже не знаю. Хорошо. Итак, мы, в общем, рассмотрели, надеюсь, более-менее понятно рассмотрели, что такое Форекс. Собственно, основная задача наша была в том, чтобы понять, можно на нем что-то заработать или можно на нем потерять. То есть теоретически на нем можно заработать, если найти, опять же, теоретически хорошего брокера, который не будет обманывать. Тут я сегодня посмотрел, нашел данные. Европейские регуляторы рынков таких валютных, они написали предупреждение о том, что рынки, непоставочные рынки, маржинальные, они очень сложные, и на них работать нужно быть специалистом. Если подвести некий итог такой, получается, все-таки Форекс
Это больше дорога к разорению, к потере своих средств. Если вы хотите работать на финансовых рынках, лучше начинать работать на биржевых рынках. Я думаю, про биржевые рынки мы отдельно поговорим. Да. Вот. А с Форексом мы тему закрыли, я надеюсь. Если какие-то будут вопросы, может быть, еще вернемся. А я думаю, на этом можно завершить нашу беседу. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.